Привет, фестиваль! Здравствуйте, ребята дорогие наши! Ну что ж, буквально несколько слов. Во-первых, хотя бы в таком формате с вами пообщаться, это уже хорошо. Это, ну, если не счастье, то где-то к этому близко. Очень приятно, и мы любим ваш фестиваль, наш фестиваль. И мы всегда хотим в нем участвовать. А мы тут вот живем, переправили вам какие-то записи, вы их посмотрите, оцените. Ну, не перебивай меня, а говори сама. В Батьяме мы познакомились с замечательными творческими людьми, которые вместе с нами ходят в клуб «Капучино» батьямовский. Леонидом Кадиным и Сергеем Вороновым. Причем Леонид Кадин, кроме того, что он прекрасный музыкант, хороший человек, мы очень дружим, он еще и замечательный доктор. А Сережа Воронов, у него вообще масса достоинств. Он, во-первых, прекрасный автор, ну, то, что человек прекрасный, это уже как бы без разговоров, вот. Но он еще является выходцем из Днепра. Так что, ребята, вы представляете, какой бумеранг? Крановщик. А тут, да, ну, крановщик это вообще, тут как бы, ну, человек состоит из одних достоинств. Так вот, песня, которую мы представим вашему вниманию, записана в разное время, в том числе на горе Кармель, нам там Леня Кадин подыгрывает, а песня «На Чайхану» была написана как раз вот тем самым Сергеем Вороновым. Ребята, самое для меня лично, самое главное, что фестиваль – это место, где можно получить грамоту. О, какое меркантильное кю. А если нам оргкомитет фестиваля не выдаст грамоту, то я смогу сказать о фестивале пару слов. И организаторы знают, как эти счастлива, счастлива, и повзяла на вас.